Азербайджане, близ местечка Саатлы, заложена уникальная сверхглубокая скважина. Оборудование для нее было создано на Урал-Маше. Пройдены очередные трудные 50 метров. В руках у бурового мастера Мамедова образец, взятый с глубины 3000 метров. Для ученых эти пробы бесценны. Они позволяют проникнуть в неизведанные тайны земной мантии. Так открывается путь к новым кладовым Земли. Штурм земных недр продолжается. Мастер Мамедов – кавалер ордена Ленина и ордена Отечественной войны. У него 30-летний стаж работы. Ему по плечу дерзкая попытка впервые в мире пробиться в 15-километровую глубь земных недр.